Всем привет! Вы на канале «Домашние питомцы». И это вот мой мальчик Мэнни. Я вам сейчас объясню, почему он в полотенце. Ребят, я не стала это снимать, потому что я была занята. У меня были заняты две руки, я снимать это не могла дело. Короче, у нас Мэнни учудил. Он как-то очень-очень странно описался. Описался как-то на себя. У него вся попа была просто, простите, в этой моче. В итоге это просто какой-то кошмар, вся попа была в этой моче, я знаю, что крыс купать нельзя, но я его не купала, я ему пошла мыть попу. У него сейчас мокрая попа, я помыла ему попу, вот эту обоссанную, чтобы она была почище. Я не знаю, как он так умудрился, это первый раз в жизни такое, ну, в общем, как-то он неудачно сходил в туалет, прям на себя, на попу как-то. Не знаю, как вот он, как будто бы, не знаю, лежал сверху и там... В общем, я не знаю, как это получилось. Так что у Мэнни сейчас чистая попа. Мы ему помыли попу, и теперь вот у него сохнет попа. Вон там снизу. Я жду, когда он немножко подсохнет, его попа, и тогда я его выпущу. Выпущу побегать. А сейчас я дам ему вкусняшки, потому что он пережил такое. Пережил такое мытье. И потом я вам... покажу, как он сейчас выглядит. Все. Вот, ребят, смотрите, видите, вот здесь мокро. Это прям очень хорошо видно, что здесь я не досушила немножко, он врывается. Я пытаюсь вот ему здесь вытереть, максимально высушить его попу. Но он правда, ребята, там был какой-то кошмар, я вам серьезно говорю. Он был просто весь в моче, я не знаю, как он так умудрился. Как ты так умудрился, Мэнни? Скажи моим зрителям, как ты так умудрился? Я его полностью не купала, если вы не знаете, то крыс купать крайне нежелательно, только вот помыла попу его. Ну как ты так умудрился, Мэнничка? Смотрите на эту моську. Ну как же ты так умудрился? Сейчас я его, наверное, отнесу в его любимый домик, и там он пускай тоже полежит и досохнет. Закроем везде окна, у нас, в принципе, тепло в квартире. Я думаю, он не должен простудиться, к тому же здесь вымыта только вот его попа. Ой, вот эта вот часть. Да ты же моя родость. Смотрите на это чудо. Так, все, ребят. Я пустила Мэнни вот сюда. Здесь теплая есть вот эта вот штучка. Окна мы везде просто позакрывали специально. Потому что он не досох немножко, да. Да ты же мой сладкий, вон у него там мокрая часть попы. Ребят, такое первый раз в жизни у нас, то есть правда, такого не было еще никогда. Видите, какой хвостик маленький, видите, какой маленький вымывается. Вымывается, господи, боже мой, попа вся мокрая, да, Мэнни? Вымывается, ну да, я там все помыла, вот эту часть, так сказать. Вон он теперь вылизывается. Вон, видите, там вон с другой стороны, там все мокрое. Мэнни, повернись ко мне другой мокрой стороной. Нет, не повернешься. Ты не повернешься. Причем, знаете, когда я мыла ему попу, муж ему давал морковку. То есть он у меня был на руке, а другой рукой я ему там мыла, короче. И он при этом ел морковку. Ну это чтобы он не нервничал, как бы не это. Нормально, чтобы все было. Вот такие вот дела у нас. В общем, как-то вот так вот там. Первый раз такое в жизни. Да, Мэнни? В общем, было весело. Ну что ж, с вами был канал «Домашние питомцы». Любите животных, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня на просторах Ютуба. И всем пока! А у Мэнни сейчас водные процедуры.